Друзья, мы пришли на ужин. У бассейна ужин. Он проходит не внутри столовой или ресторана, а на улице. На свежем воздухе. Восточные сладости. Привет, друг! Добрый вечер! Вечер добрый! Как дела? Хорошо! Дела у нас хорошо. Здесь у нас фрукты. Так, вот здесь у нас рис, картошка. Немножко уже тут подъели мы. Не на самое, как говорится, утро попали, то есть вечер. Не к открытию, а уже полчаса, наверное, прошло или побольше. С гидом задержались, пока этот гид там нам все рассказывал, в итоге мы опоздали. Так, вот такой суп есть и такой суп. Оба. Такой супчик. Идем дальше, смотрим. О, какой стол, видите, какой длиннющий, друзья. И вот люди, видите, сидят. И вот бассейн. Очень много людей можно сидеть. И внутри, как можно сказать, внутри бассейна можно посидеть. А вот на таких стульчиках, видите, которые в воде находятся, никто не сидит. На них, наверное, сидят это. В дневное время, друзья, наверное, скорее всего, сидят. Блин, слушайте, народ так много. Хрен подлезешь, называется. А я снимать, что тут есть такое вообще. Да. Там что-то жарят. Сейчас посмотрим. Кстати, видели шашлыки в тот раз, да? Куда их засидели? Не, они дальше, наверное, шашлыки. Мясо жарят. Вкусно пахнет. Так. Вот видите, можно сюда зайти посидеть со такими столами, друзья. Давай, Слава. Так. Тут у нас мясо. Так. У нас мясо готовят. Там эти шашлычки, мышлычки. Привет, друг. Алло, друг. Хорошо. Хорошо все? Очень хорошо. Снова супы. Тут, видимо, как-то частично, друзья, наверное, повторяется. Кухня, наверное. Вот тут финики, гуава, виноград, что тут, апельсины. Всего понемногу, друзья. Курма, бананчики. Правильно, друг? Привет. Так, это у нас сладости пошли. Вот так. Все, по ходу дела. Сейчас пойдем. Так, там у нас еще ресторан. Итак, здесь закончилось. Ну вот, так у нас ужин, друзья. На свежем воздухе. Сейчас пойдем, местечко найдем.
посидим где-нибудь. Так что на свежем воздухе, вы сами, друзья, знаете, аппетит намного аппетитнее, вкуснее. А когда все включено, да еще и алкоголь включен, это прибавляет вообще намного. Так, теперь надо еще нам Светланку найти, куда она там затерялась. Так, кажется, я Светланку, друзья, увидала. А вот она находит тут. Набирает. Не знаю, нашла ли она место. Нашла место? Давай, набирай тогда. Че? Давай, набирай на меня тогда, Светланка. Нет, сам набирай. А я не знаю, в каком ты месте сидишь. Ну и что? Найдешь вот там. О, найдешь, как будто я твою тарелку знаю. Третий ряд. О, нет, мне это ни о чем не говорит. Набирай тарелку, потом пойдем вместе. Светланка. Так, мы со Светланкой пришли на ужин. На вид все очень аппетитно и вкусно, друзья. Смотрите, вот такой шикарный на вид. Ну, это из вида сладостей. Десерт взяли, да. Видите, тут много гуава, потом что тут? Курма. Это разные финики, очень много разных. А, тоже финики, да? Да, да, я спросила. Потом, ага, это апельсин, вот, апельсин. А вот это я не знаю, что за фрукт. Короче, это на грушу похоже, но это не груша. Вот. Сначала мы не знали, что это, потом вспомнили. Теперь мы не знаем, что. Что друзья, это? Вот это такое. Короче, пишите в комментариях, кто знает. Ну, короче, сейчас попробую. Так, ну что здесь шашлык. Это? Шашлык. Шашлык, печенка или что, я не знаю. Не знаю. Потом вот мясо есть, друзья. Вот а это пицца. Что-то тут так темно. Так, да, темновато здесь. Так, тоже печенка, мясо или рыба. Значит, это макароны по-флотски, тут сыра насыпали еще нам. А что ты не взял, там такой красный соус, помидорный. Блин, надо было взять, что-то я забыл. Так, вот это сладости, это я вот суп взял, вот тут тоже финики, виноград, а здесь салат у нас, капуста. Ну, тут там много чего еще, мы не все взяли. Вот видите, тоже какие-то шарики взяла, котлеты, тут что-то такое, вот сама не знаю. Рыбная, рыбу где-то, кстати, мы брали. Ну да, что-то. Где? А, у тебя вот это у тебя рыба, да? Наверное, вот это Светланка рыба. Ну вот общий стол, видите, друзья, так блин. Сейчас еще алкоголь закажем у товарища официанта. Это. А можно это пиво? Бир. Бир. Okay. Ты будешь тоже бир, да? Нет, one бир и one розовое вино. Окей. Okay. Okay. One beer, one beer. Окей. Okay. Нет, 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 нет. Спасибо. One beer и one розовое вино. Окей. Okay. Ну, пиво я пробовал, вроде хороший цвет у них. Я не хочу пиво, мне плохо от него. Может, и не то пиво пиво. Ну, надо будет попробовать это. Так, красный мы пробовали. Что-то так, это не вау, да, зашло тебе. Сейчас розовый пробовал, а потом еще белое попробуем, да? Как оно, чтобы знать, какое вино вкуснее здесь. Вот. Ну, не знаю. Снимаешь? Да, снимаю. Бир мне понравился. Надо снимать тебя естественно, когда ты не знаешь, что я тебя снимаю. А то я тебя подготовлю, ты будешь по-другому говорить. А так ты будешь, как знаешь, так свободно говорить, как в жизни. Вот, друзья, стараемся всю реальность снимать, как есть. Вот. Так-то оно интереснее смотреть, я думаю, когда все так спонтанно снимается, а не по какому-то сценарию. Правильно, Светланка, я говорю? Малыш, приятного аппетита. Пиво, тогда еще чокнемся. Тогда еще чокнемся с тобой, да, за романтическую встречу. Здесь только вот свечей не хватает, друзья. Да, такой романтический, такой красивый. Вверх снимал, столик, крыша. А что там, крыша как крыша, друзья? Ну, я не знаю, тут, в принципе, на крыше-то ничего нет такого. Крыша-то есть. Ну, я не знаю, если бы тут висело бы что-то такое, шарики какие-нибудь там, красивые, цветные, светящиеся. Например, вот здесь бы была бы, друзья, например, это, ну, свеча хотя бы для романтики, да? Ну да, сюда не выпустили. А вот здесь как-то немножко не хватает. Как бы вроде все романтично, вроде бассейн, как-то все красиво, но как бы это. Да. Еще бы вот ужин при свечах был бы вообще шикарным, конечно. Ну и крышу можно было бы украсить, да, чем-нибудь так красиво. Было бы вообще бы супер. Вот видишь. Официанты ходят, спрашивают, мы уже заказали. Так что алкоголь там, пиво, вино и такое, ром там, все это. Ну, говорите им, они вам приносят. Как вы сами его взять не можете. И, как, на прилавках мы тоже это ничего не видели. По крайней мере, вот именно здесь.
Потому что когда мы в Санрайзе отдыхали, там как бы подходишь, там сразу бар большой, и там можно пиво все что угодно заказывать. Это именно в ресторанах. А если просто вот бар тут есть, у бассейна, еще где-то там, да, там подходишь, говоришь, хочу тот, этот, тот тебе наливают. А вот именно когда вот ты сидишь в ресторане там, там обед, ужин, то вот здесь вот именно друзья на заказ идет все у них. Как бы так вот, чему-то нет такого, подошел, хочу вот это, как-то вот чему-то вот надо говорить официантам, они вам приносят. Ну, может быть, оно так и удобнее, надо лишнего червя стоять, правильно, Светлана? Да, это, оказывается, котлеты картофельные. Картофельные? Ну, угу, вот это картофельные. А, вот это, да? Да, вот сейчас такая круглая была картофельная. Mm. Ничего вкусного. Ну, давай, остывает все. Ну, хорошо. Сейчас нам принесут вино и пиво, можно заснять, конечно. В принципе, никого не удивишь, ну ладно. Снимем, как мы это, как говорится, отмечаем, да, продолжение нашего сегодняшнего отдыха. У нас только первый день отдыха идет, после которого мы еще не выспались. Давай, Светланка, за наш романтический вечер чокнемся пиво с розовым вином. А ну как тебе розовое вино и красное, что больше понравилось вам? Красное было на обеде кислое, ага. А это немножко так с горчинкой. Короче, трудно сказать, какой из них предпочтительнее. И ни то, ни другое пока. Короче, так, ничего особенного, да? В следующий раз еще белое закажем, посмотрим. Может быть, оно тебя это, как говорится, заинтересует. Ну, пиво нормально, кстати, в принципе. Не, будешь пробовать пиво свое? Ладно. Другой раз попробуешь, да? О, там плач. Наверное, мальчику еда не досталась. Бедный мальчик, не кормит мальчика. Поэтому он плачет. Друзья, кому понравился ужин на открытом воздухе у бассейна в нашем отеле, лайки, комментарии, приветствуются, подписывайтесь на канал. Когда подпишитесь, нажимайте колокольчик, нажмите колокольчик, выбирайте все уведомления. Тогда вы не будете пропускать наше новое интересное видео и прямые эфиры. На прямых эфирах всегда сможете задавать вопросы онлайн. Ну а кому интересно увидеть обед, завтрак, там территорию отеля и так далее, смотрите плейлист «Египет Хургада». Ну и также про этот отель будут и другие видео. А в следующей серии у нас будет спа-салон, тренажерный зал, досуг, развлечения. Ну, короче, вот в таком плане. Давайте, друзья, до новых встреч!